мощный силхарм. Хотел фотку сделать. Видео получается. Нормально. Дождик пошел. Силхарм можно получать просто работая в саду, короче. Вот. Хочу фотку сделать. Хотя все равно заблочат. Ну, короче, это не силхарм, это просто в саду я, когда ломал там дерево, ветку. Ну, крупно. Нормально так прилетело. То же самое, что если бы я ножом себе порезал.